Здравствуйте, дамы и господа, с вами Елена, и вы на моем канале Эрин Элегант. И пришло время сделать кого-то более счастливым. Сейчас будет розыгрыш от парижских вышивальщиц, да, набора, о котором я говорила. 26 марта, вот сейчас только есть возможность это сделать. Прошу прощения за немножко осипший голос, еще не восстановился после болезни. Вот, но надеюсь, вы меня услышите. Итак, участвуют только те комментарии, которые были ссылками. Вы сейчас видите, да, я как уже говорила, что когда ссылка активна, и она правильная, я ставила пальчик вверх. Если у кого-то проблемы были, я писала. И переделывали ссылки. Те, кто переделал, тот остался. Те, кто не переделал, то будьте внимательны в следующий раз. Да, будем проверять еще на репосты. Итак, копируем, да, ссылку и вставляем в рандомайзер. Итак, та-дам, Ольга Довгаль. Посмотрим ссылочку. Активна ли она? Да, репост активен. Итак, Ольга, поздравляю вас с победой. Камышин, к сожалению, не знаю, где этот город находится. Вот. Если есть возможность, да, то есть, как уже обещала, да, доставка будет за мой счет, если это с территории Российской Федерации, и за ваш счет, если это за территорию Российской Федерации. Вот. И напишите мне, пожалуйста, нужны ли вам ниточки. Вот, как я уже говорила, что у меня остались ниточки. Да, не все, конечно, вот видите, да, не все по ключу, но тем не менее, большая их часть. Если вам нужны ниточки, я вам их вложу в набор. И вот шармик от меня, да, если нужен, конечно же, я отправлю, потому что вот оригинальную стрекозку я уже пришила к своей работе. Поэтому пишите, пожалуйста, ваши пожелания. Вот, конечно, ВКонтакте мне больше всего удобнее с вами будет связаться. Вот, в течение 3 дней, вот сегодня 9, да, апреля, в течение 3 дней напишите мне и объявитесь. Да. Если не напишите, то мне придется повторно делать розыгрыш. Надеюсь, что вы напишете. Все, благодарю всех, кто участвовал, особенно все, кто соболезновал, да, я сказала о трагических событиях, да, в моей жизни. Благодарю все за теплые слова. Я очень вам благодарна, писала, старалась комментарии, но, к сожалению, не всегда могла это сделать, потому что, конечно, сложный момент попал на этот розыгрыш. Надеюсь, что Ольге он понравился набор и достался именно той, которая очень хочет его вышить. Итак, благодарю вас за внимание. С вами была Елена. Планируется еще один розыгрыш, как я обещала вот в предыдущем видео своем о фирме «Мара Искусница», да, о их встрече. Если кто-то не видел, сейчас еще скажу, может быть, захочет поучаствовать. Вот мое видео празднование дня рождения компании «Мара Искусница». Я обещала, что не переживайте, у меня будет розыгрыш обязательно от себя. Вот. Я надеюсь, что если все будет хорошо, будем живы-здоровы, я сделаю этот розыгрыш обязательно. Вот. Следите за каналом, в ближайшее время он будет. Вот. А также благодарю всех, кто был со мной. Поздравляю вас с праздником Пасхи. Желаю вам всего самого наилучшего. И отпраздновать Светлое Христово Воскресенье, и не только один день. Вот вся неделя будет праздничная, это вся неделя пасхальная. Надеюсь, что вам удастся и храм посетить, и отпраздновать. И надеюсь, что в течение 40 дней, да, пока мы будем праздновать, все будет хорошо. И, наконец-то, все неприятности наши растают. Итак, поздравляем победительницу Ольгу. Не расстраивайтесь, тот, кто не победил. В ближайшее время будет еще один розыгрыш. И желаю вам участвовать и выиграть. А с вами была Елена. И встретимся на моем канале.